Отделена незащитна, так как шайба была заброшена после остановки игры. Периода мы, можно сказать, не в свой хоккей играли, играли под диктовку москвичей. В этом периоде все ребята в раздевалке собрались, поговорили, обсудили, вот, и выдали, ну, я считаю, потрясающий третий период. Ну, не хватило немножко в конце, где-то нам везение, где-то москвичам повезло. Считаю, что эта игра должна была быть наша. А ну, а в Челябинске мы разобрались. У нас все шансы были занять первое место, и характер у команды есть, и, можно сказать, где-то даже мастерство, вот. Я считаю, команда была готова к первому месту. Не повезло немного, я считаю.